Ребята, привет! Вот мы с Олей. Соляй! Приехали на такое великолепное озеро. Огромное озеро. Полавливают здесь карася. Мы взяли палатку. Наверное, на одну или на две ночи. Еще не решили, как будет клевать. Пока я тут носил все с вещами, Оля уже палаточку поставила. Ну, закидывать снасти всякие. Все это буду рассказывать потихонечку, на что будем ловить. Карась здесь клюет разный. Бывает, попадает хороший за килограмм. Оля тут будет костром заниматься, всеми делами ее любимыми. Носит, носит. Это мой главный серьезный рыбак. Будем ловить на убийцу карася и на резинку. Первым делом сейчас резиночку. Телепортируем грузик. Подальше занесем. Хорошо, сейчас лето, вода теплая, никакая лодка не надо. Тут не глубоко, где-то по пояс, чуть может больше. Ну что, размотали нашу резинку. В прошлый раз я ловил на 4 крючка, ну так локально их вешал, закармливал. В этот раз я поставлю 7 и пошире растяну. И кормить не буду резинку. Леска на поводках 0,25, 3D-шная. Ну, такая снасть довольно грубая получается с 0,25 поводком. Но тут нам деликатности не нужна. У нас тут силовое вываживание руками. Ну, снасть, резинка не особо такая уловистая, в принципе. Но она такая интересная из детства. Прикольная, как бы. Мне нравится на резинку ловить. Петля в петлю. Просто вешаем и все. Никакие вертлюжки я не вешаю. Потом я эти поводки просто крючки срезаю и поводки выкидываю, потому что все равно леска на поводках перекручивается, закручивается. На 7 крючков зарядили червячков. Вот они. Червячки. Все, если карась будет клевать. Ну, он не всегда звенит, этот колокольчик. Все-таки на удилище, когда он висит, он иногда очень резкий какой-то рывок. А так он обычно либо проседает, поклевка карася, либо вот натягивает хорошенько. Ну, я надеюсь, я вам это покажу сегодня. Связал я нашу убийцу карася, вот как у меня получилось. Как, это не классическая убийца карася. Кормушечка. Сюда набиваем корм и два поводочка. Классическая 6 крючков и 3 кормушки. И грузик. Ну, в данном случае у меня чебурашка 26 грамм. Там глубины по пояс везде. Даже меньше. Все, сейчас кормом набьем. Корм у меня жена сварил килограмм. И добавил туда килограмм покупной прикормки. Такой какой-то микс. Вабик Оптима. Кто из Беларуси, кто знает. Вот такая вот сейчас фигнюха полетит. Поплотнее набиваем ее, чтобы мелочь меньше долбала. И отправляем туда подальше. Наш первый улов. О, один сорвался. Все маленькие, такую рыбу мы будем опускать. Нашли в холодильнике, в морозильнике. Кусок козы. Вот сейчас с шампиньончиками сделаем шашлычок. И будем ужинать. Обычно, когда карась есть, он в сторону оттягивает. Угу. Вот. А, это может это и плотва так. Хорошая. Такая грамм 150. Все, что кроме карася, мы сегодня отпускаем. Ну, плотва хорошая. Такой наловить как бы тебе окушок? Ведерко. Окушок вообще серьезный. Аккуратненько. Здесь, да? О. О. Это кайф. На природе грибы, шашлык. Из косули. Тема.
Вот бы еще карася поймать, было бы вообще хорошо. Ночью по-любому снимать не буду, потому что у меня нету освещения нормального, чтобы что-то снять. Ну, с утра, в принципе, покажу, если что-то словится. Надеюсь, что что-то словится. Как бы есть надежда, что и утром будет клевать. По крайней мере, когда я был в прошлый раз, то клевал только днем вообще. Ночью поймал 4 штуки. Я обычно, когда мариную шашлык, его никогда не солю. Солю только, когда вылаживаю на мангал, уже непосредственно над костром посыпаю солью. Сейчас едим, блин, ну вроде вкусно. Оля говорит, а мы же его не посолили. Я говорю, точно не посолили. Едим, ну нормально и так. Уже солить точно не будем. У нас еще осталось, завтра посолим. Да, завтра будет солью, с утра сделаем. Еще осталось половинка. Вообще за спину. Забагрил? Густерочку маленькую. Мой первый карасик. Он в траву завел просто. Все. Что, сорвался? Да. Ночью особо клевого не было, я не спал, ловил, пытался словить. 5 карасей мы словили. Олька спала, пыталась спать, я пытался ловить. Одного такого нормального с полкило, остальные чуть поменьше. Ну, посмотрим, может еще проклюнется, еще может этой ночью проклюнется. Будем пытаться, будем стараться. Привет, дружище, как дела? У нас тут лягушек нету. Он на рыбку ждет. Рыбку ждет? А, ну мы тебе дадим рыбку. Пока Сергей отдыхает, я выловила. Вот. Солнце светит. Ой. Ура, я поймала третью рыбу. Забываю всю камеру включить. На этот спиннинг это уже вторая рыбка в этом месте. Карасик умер в садке, чтобы не испортился. Отдадим. О. Пускай бы с линятком несет в гнездо. Оля поймала большого карася. Ау! Да, тут можно и ноги порезать. Давай, давай, тяни. О, хорошенький вообще. Такой грамм 700. Ну, сегодня мы поймали таких штуки 3, наверное, уже. Остальные поменьше. Чтоб все такие клевали, было вообще сказка. Красивый, да. Даже Оля не знаю, кто красивее, ты или карась. Резинку на другое место переставляем. О, нормальный такой. Аккуратненько. Подожди, пацак, быстрее, я смотрю за ним. Быстрее, 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 быстрее. Есть! А какой хороший, смотри. Слушай, увел! И не было даже слышно. Не, ну это хороший парень. Ой, какой он крупненький, какая у него спина. Да, хороший.
Спрятали стенек, кушаем шашлык. В этот раз посолили. Блин, жара неимоверная, наверное, градусов 30. Невозможно находиться, звенит. Косуля настоялась, стала еще вкуснее. То ли просто соленая. Сколько мы словили? Больше 10 карасей. Такие где-то от грамм 200 самые маленькие, самые большие грамм по 700 такие. Пока кто-то рыбачит, кто-то спит. Даже не было слышно поклевки. Слабину выдал и пошел в камышу к берегу. Съедобный. Ну такой грамм 400. Прошли уже сутки, как мы тусуемся на озере. Сегодня суббота, вечер. Народу понаприезжало капец. В каждой дырке сидят люди. Ну, сколько мы за сутки словили карасей? 15 не словили, ну, больше 10. Может, 12-13, где-то так. На резинку все окушки клюют. Стемнело, и попался вот такой красавец. Восемьсот грамм, короче, 785. Лапоть. Разевал поклевку. Слушай, у нас доброе утро. Ой, не высидел я ночь, короче, где-то до 12 посидел, очень спать захотелось, потому что уже за последние двое суток совсем практически не спали. Ну, вчера лучше всего клевало как бы с утра и до 12, а сегодня посмотрим. Что, провисла леска? Есть? Подсак возьму. О! А, он там же. Только не это, в траву аккуратней. Не выдирай, я сейчас его подсаком возьму. Эта трава, блин, вообще не дает нормально рыбачить. Подматывай. Что это за веревка тут такая? Что за веревка тут такая? Резинка какая-то. Ну что, поздравляю тебя с сегодняшним первым карасем. Неплохой такой. За нижнюю губу, классика жанра. Ага. Ну это, наверное, мелочь какая-то. Пацак. Ну что, если ты карасей тягаешь один за одним? А, это подлещик. Мелкий. О-о-о! Это карась стопудово.
Ого. Хорошенький, да? Угу. Это, наверное, мелочи. Тихо. Такой. Грамм 400. Карасевич. А я вчера несу карася этого большого, ну, уже ночью которого словил, несу в садок, и он здесь начинает трепыхаться, выскакивает, я его ловлю, вот так вот обнял, прижал его, как родную дочь. Они за рыбу борются или просто они просто дерутся? Все, победитель, да? А он там с выводком одна плавает. Что, они прямо на спине, получается, сидят, да? У нее. Уже такие крупненькие. Провисла, Оля, наверное, карась. Да, карась. Наверное, небольшой. Небольшой карась. А, это вообще подлещ какой, смотри. Давай, пацан, плыви. Ух, как дал. Удочку не утащила. Оля, подсачек. На меня пошел или что? Или сошел? Не-не, не сошел. Подсак, да. Ну, Сережа, ты, конечно, молодец. Хороший, да? Да. Такой с полкило. А с этим обниматься будешь? Надеюсь, что не буду. А эти товарищи все воюют. Вот там мелкие плавают, смотрят на это все. Все у них война за территорию. Нас поганкой называют. О, душит.
гада. Все, к ногтю прижал. О. О, о. Так и утопить можно. Вроде в сторону не ведет, наверное, не карась. Подожди, бежи. Ты все этих лещей тягаешь. Всех, кого мы отпустили, через 5 лет приедем с лови. Плотва. Ну, ты хоть новые какие-то рыбы ловишь. Мы заканчиваем. Сейчас примерно 9 часов. Что-то карась сегодня не клюет так слабо. Ну, ночью, может, клювал, я не знаю, мы спали. А с утра вообще слабо. Вот, ну, сколько мы? 4, наверное, словили за утро. Все, мы уже практически собрались. Палатку сложили, гамак. Все, в машину поносили. Сейчас забираем карасей, сделаем пересчет, контрольное взвешивание. И поедем. А, еще удочки надо забрать. Наловили. Сейчас так было эпично было бы, если бы он порвался не все. Так. Об этом шути на берегу. Блин, повымазывается сейчас все. О, уточка. Ну, караси хорошие. Вот есть вообще зачетные, вот типа вот этого. Вот этот вот. Это такие подкилошные, под 700-800 грамм. Так, пересчет. Ау, ау, ау. Раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И 20-й карасик. Ровно 20 карасей. Аккуратно. Слушай, сколько у них силы? Идет еще. Ну, вообще. Вообще, да. Так, обнуляем. Опа! 10 килограмм, короче. Ровно 10 килограмм ведро. Ведро у нас 700 грамм. Короче, 9 килограмм получилось. 9,5 примерно. Ну что, мы отлично отдохнули. 2 ночевки. Это просто сказка, супер отдых. Правда, ну пекло такое днем. Просто невозможно. Как Сергей, бы... память заканчивается. Можно вот без этих твоих как бы? Красивенько разговаривай. Рыбка клювала, порадовала, все просто супер, отлично, отлично отдохнули. Что тут сказать? Как тебе, Олька? Клево, очень понравилось. Я хочу еще. Я даже не хочу уезжать, я хочу остаться. Я еще сегодня не словила ни одного карася. Ты же словила первого сегодня карася. Да? Да. Ну, мы обязательно еще съездим куда-нибудь. Пишите, как вам вообще наш отдых. Зашел, не зашел. Снимать такие вылазки, ездить на такие вылазки или нет? Но мы будем по-любому ездить. Ну, мы-то будем ездить, да, а вот снимать или не снимать, это уже от вас больше зависит.
Ну что, оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях. Все, собираем удочки и домой. 100 километров пути еще.